Между тем, тысячи аргентинцев вышли на улицы Буэнос-Айреса с требованием принять закон о введении режима чрезвычайной ситуации в социальной сфере. Манифестанты собрались у здания Конгресса. Там выступили лидеры профсоюзов и общественных организаций. Активисты призвали президента Маурисио Макри не накладывать вето на законопроект, который ранее одобрил Сенат. Ожидается, что новшества помогут создать рабочие места и приведут к увеличению социальных пособий. После прихода к власти правительства Макри по стране прошла волна увольнений. За год своих рабочих мест лишились почти 200 тысяч жителей, треть из них – госслужащие. Столько же населения, по официальным данным, живет за чертой бедности. В стране с каждым днем увеличивается число бедных и безработных. Нужно остановить волну увольнений и помочь бизнесу. Так долго продолжаться не может. Власти должны ввести режим ЧС в социальной сфере. Мы здесь, чтобы донести это до Конгресса. У меня 5 детей. Все они остались без образования и медицинской помощи. Мы надеемся, что власти исправят ситуацию и начнут наконец заботиться о своих гражданах.